Шел ежик домой. По дороге нагнал его заяц, и пошли они вместе. Вдвоем дорога вдвое короче. До дома далеко, идут, разговаривают, а поперек дороги палка лежала. За разговором заяц ее не заметил, споткнулся, чуть было не упал. «Ух ты!» — рассердился заяц, наподдал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А ежик поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять зайца. Увидел зайца у ежа палку, удивился. «Зачем тебе палка? Что в ней толку?» «Эта палка непростая», — объяснил муж. «Это палочка-выручалочка». Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. «Эй, колючая голова, бросай свою палку, тебе с ней сюда не перебраться». Ничего не ответил ежик, отступил немного назад, разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало. Заяц от удивления даже рот разинул. «Здорово ты, оказывается, прыгаешь!» «Я прыгать совсем не умею», — сказал ежик. «Это палочка-выручалочка через все скакалочка мне помогла». Пошли дальше. Прошли немного и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает, ежик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. «Эй, колючая голова, что ты там плетешься еле-еле?» Не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнется и утонет. А ежик перебрался на кочку поближе к зайцу и кричит: «Хватайся, хватайся за палку, да покрепче!» Ухватился заяц за палку, ежик изо всех сил дернул и вытянул своего друга из болота. Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ежу: «Ух, спасибо тебе, ежик, спас ты меня!» «Да что ты, что ты! Это палочка-выручалочка из беды вытягалочка!» Пошли дальше, и у самой опушки большого темного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. «Помогите, помогите, помогите!» — чирикали они. «Гнездо высоко? Никак не достанешь, ни еж, ни заяц по деревьям лазать не умеют, а помочь надо». Думал ежик, думал и придумал. «Становись лицом к дереву», — скомандовал он зайцу. Заяц стал лицом к дереву, ежик посадил птенца на кончик своей палки, залез с ней зайцу на плечи, поднял как мог палку и достал до самого гнезда. Птенчик еще раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. Вот обрадовались его папа и мама. Вьются вокруг зайца и ежа, чирикают: «Спасибо, спасибо, спасибо!» А заяц говорит ежу: «Молодец, молодец, ежик, хорошо придумал!» «Да что ты! Это все палочка-выручалочка наверх поднималочка!» Вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее. Страшно зайцу. А ежик виду не подает, идет впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный волк выскочил, загородил дорогу и зарычал: «Стой! Стой! Стой!» Остановились заяц с ежом. Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал: «Тебя, еж, я не трону, ты колючий, а вот тебя, косой, целиком съем с хвостом и ушами». Задрожал
Зайчик от страха побелел весь, как в зимнюю пору. Бежать не может, ноги к земле приросли. Закрыл глаза, сейчас его волк съест. Только ежик не растерялся, размахнулся своей палкой и, что есть силы, огрел волка по спине. Взвыл волк от боли, подпрыгнул и бежать. Ну, спасибо тебе, ежик, ты меня теперь и от волка спас. Да нет, это палочка-выручалочка, по врагу ударялочка, ответил ежик. Пошли дальше. Прошли лес, вышли на дорогу, а дорога тяжелая, в гору идет. Ежик впереди топает, на палочку опирается, а бедный заяц отстал, чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. «Ничего, — сказал ежик, — держись за мою палочку». Ухватился заяц за палку и потащил его ежик в гору. И показалось зайцу, будто идти легче стало. «Хо! Смотри-ка, — говорит он ежу, — твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла». Так и привел ежик зайца к нему домой. А там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуется встрече, а заяц говорит ежу: «Кабы не эта твоя волшебная палочка-выручалочка, не видеть бы мне родного дома». Усмехнулся ежик и говорит: «Бери от меня в подарок эту палочку, может быть, она тебе еще пригодится». Заяц даже опешил: «А как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься?» «Ничего, — ответил ежик, — палку всегда найти можно, а вот выручалочку...» Он постучал себя по лбу. «А выручалочка, выручалочка-то вот она где». Тут все понял заяц. «Верно ты сказал, важна не палка, а умная голова да доброе сердце». Вот так-то.